Надо исполнять желания жены, и тогда все будет вот так. Привет всем, друзья, и добро пожаловать к нам домой. Сейчас мы находимся в спальне. Продолжается тема ремонта на моем канале. В прошлом выпуске я провел экскурсию по нашему новому дому. Год назад мы купили квартиру, и вот дождались, пока она наконец достроилась, и мы сюда въехали совсем недавно. Квартира была сдана без какого-то существенного ремонта, и весь ремонт мы делали самостоятельно, за исключением туалета и ванны. Там мы нанимали бригаду профессионалов. Надеюсь, что в ламинате я вырежу дырки не так, как подложки. Мы планировали уложиться по бюджету в 1 миллион рублей. Сейчас этот миллион потрачен и даже немного больше, но ремонт выполнен примерно на 80%. И сегодня я хотел бы как раз остановиться на кровати и на спальном, нашем новом спальном месте. На кровати с матрасом я начал спать в 2015 году, когда мы переехали в одну из съемных квартир, и там как раз была кровать. Но хозяйка забрала свой матрас с собой, и нам пришлось купить тогда себе новый матрас на эту кровать. Кровать была небольшая, по ширине 140 сантиметров, а до этого времени мы, конечно же, спали, как и все, на раскладных диванах из IKEA, а еще раньше вообще на других советских диванах, когда IKEA в России не было. И если бы, конечно, не Оля, то я так бы и продолжал спать на раздвижном диване. А что, это очень удобно, куча экономит места, взял, раздвинул, лег, проснулся, сдвинул, и все круто. Но Оля мне всегда говорила, что нужно спать, Миша, на кровати с хорошим матрасом. Ну хорошо, жена говорит, значит, надо делать, надо исполнять желания жены, и тогда все будет вот так. И после того, как мы начали спать на кровати с матрасом, все. О том, чтобы спать на диване, больше у нас речи никогда не шло. И сейчас, переехав в новую квартиру, мы купили сюда себе новую кровать, которая больше, 160 мы взяли, и, конечно, новый матрас. Все мы, спортсмены, знаем о том, что восстановление играет в нашей жизни огромнейшую роль. Я придерживаюсь мнения относительно того, что гораздо более важное значение имеет не продолжительность, а именно качество сна. Основное, на что я обратил внимание при выборе матраса, это чтобы он был ортопедическим, потому что у меня куча грыж в поясничном отделе позвоночника, и спина меня довольно часто беспокоит. У вас есть грыжа диска L1, L2, L3, L4. Имеется грыжа диска 4-5. Плюс в этом матрасе 2000 независимых пружин. Что это значит? То есть, когда два человека лежит на кровати, то когда один начинает вот так вот ерзать и ворочаться, второй не ерзает и не ворочается вместе с ним по инерции, а спокойно, неподвижно лежит на своем месте. То есть, вот эта вот механическая энергия не передается по всему матрасу от одного человека к другому. Данный матрас британского производства, он толстый, 24 сантиметра, потому что он многослойный, помимо слоя с этими двумя тысячами микропружин. Здесь есть слой с так называемым эффектом памяти, который медленно возвращается в исходное положение после того, как вы встаете с него. После того, как мы начали спать на этом матрасе, первые несколько дней я просыпался по утрам с болью в спине. Блин, ортопедический матрас купили, новый, крутой, дорогой, толстый, с кучей слоев и там уникальными технологиями, а у меня по утрам болит спина. Я говорю: Оля, Оля, в чем дело? Почему у меня болит спина? Она мне говорит, что ну просто сейчас у тебя идет привыкание к нему. Мы спали до этого на более простом матрасе, более дешевом. И на самом деле это удивительно, но сейчас, уже вот проспав на нем порядка 2 недель, эти боли по утрам прекратились. И я надеюсь, эти боли, связанные с поясничными грыжами, прекратятся со временем совсем. Я надеюсь, мне удалось вас заинтересовать, и это видео было полезно для вас. Ссылочку на матрас Blue Sleep я оставлю в описании. Ну а на сегодня все, друзья. Я всем вам желаю хорошо восстанавливаться по ночам. Я всем вам желаю крепко и продолжительно, и с огромным удовольствием и комфортом спать. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо, до новых встреч, счастливо, пока!